Привет, меня зовут Себастьян Лабан. Я директор кинематографии The Crew. Мы тесно сотрудничаем с NVIDIA, чтобы разработать эксклюзивные графические улучшения для ПК-версии игры. HBAO+ — это высококачественная, высокочеткая технология затенения, полностью оптимизированная для X7 GPU. HBAO+ отвечает в игре за богатые, реалистичные, детализованные тени вокруг объектов, перекрывающие лучи света, чтобы сделать их более четкими. Добиться стереоэффекта и правдоподобности получается благодаря улучшению контраста между различными объектами. С увеличенной точностью и разрешением теней, обработанные объекты становятся живыми и четкими. Но самое главное, HBAO+ не сказывается на количестве кадров в секунду, что особенно важно для гоночных игр, таких как The Crew. В игре используется самая совершенная модель затенения. TXAA от NVIDIA — это кинематографическая техника сглаживания. Она применяется для сглаживания изображения во время движения камеры путем комбинации пикселей предыдущих кадров, что находит отражение в высоком качестве фильтрации. Во время игры в The Crew края зданий и машин могут мигать. С включенным TXAA это мерцание исчезнет, а сцена будет выглядеть завершенной, что позволит игрокам получить столько же наслаждения от гонки, сколько от просмотра кино. Технология NVIDIA превосходно подходит тем, кто хочет получить лучшую графику и высококачественное сглаживание, а также максимум производительности от The Crew. Ролик озвучен студией ArtVoice.